Книга Исход, глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь, и бросил Аарон жезл свой перед фараоном и перед рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращается в змея, возьми в руку твою, и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне, но вот ты доселе не послушался. Так говори Господь, из этого узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река воссмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки». И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах». И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и этим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку.